И еще одна новость с димитровградских дорог. На проспекте Автостроителей ведется капитальный ремонт магистрали. Сейчас дорожники устраняют только колейность магистрали, кладут так называемый выравнивающий слой. Затем будет положено еще два основных слоя асфальта. То есть в общей сложности покрытие получится трехслойным. Всего предстоит отремонтировать 46 тысяч квадратных метров дорожного полотна, а также заменить все бордюры.